Всем привет, дорогие друзья, с вами Риджет и Алекс Грин. Всем привет. И мы продолжаем проходить кооперативную кампанию Portal 2. Мы сейчас идем в четвертую комнату испытаний. Там будет очень сложно. Какие там вообще головоломки? А, экскурсионные воронки, все понятно. Да, там будут головоломки с туннелями. Да, и как вы видите, что Алекс Грин уже прошел. Прошел эту комнату, так что уже у нас будет не летсплей. У нас наконец-таки начинается прохождение. Можешь себе вообще это представить? Да. Мы ведь предыдущие комнаты с тобой хоть и проходили, но мы сильно тупили. Да. Больше такого не будет вообще никогда. Но хотя от фейлов мы тоже не застрахованы. Знаешь, можно будет потом в будущем когда-нибудь просто записать спидран, скоростное прохождение. Это будет, думаю, вообще супер. Поскольку я не ожидала, что вы так далеко пройдете, придется так, разработать тут 9 комнат. Специально для вас. 9, это первое. Я заметила, что вы двое стали очень близки. Так, и что нам будет? Да, ну тут вроде все просто. Да, нам тут нужно будет использовать вот эти вот самые воронки. Такие вот импровизированные. Так, ставь сюда портал и вот сюда. Только не торопись. Импровизированные такие, как сказать-то, мостики. Так, сейчас нам, по-моему, просто одному нужно спрыгнуть, а второму поставить ниже. Уже. Вот, да. Всё, ты спрыгнул. Собственно, испытание... На самом деле не очень простые, но и не очень сложные. В интересах науки Центр развития с гордостью сообщает следующие цифры. 9, 7, 53, 707. О чём вообще Гладос говорит? Это нам должно сколько сказать, я не знаю. 9, 17, 51. Или что она там сказала? Я тоже что-то не понял. Она, по-моему, висанула. У нее, знаешь, какой-то модуль отвалился. Какую-то чушь просто сказала. Нет, в первой части у нее еще были модули, а во второй части нет модулей. Так что что-то у нее уже внутри системы. Ну, висануло. Может быть, все равно были какие-то, какие-то модули, но не такие. Я не знаю, как ты это терпишь. Я бы не вытерпела. У тебя терпение, как у святого. Ага. Не знаю, о чем она. Собственно, вот это вот самая, наверное, сложная комната. Ну, мы знаем ее, как пройти. Реально, она проблематичная, так что делаем сейчас все по старинке. Давай, иди запрыгивай. Нам нужно найти кубик и, собственно, загнать его вот сюда, вот, чтобы открылась дверь. То есть преградить тот лазерный луч. Так, ты уже погнал туда. Надо мне периодически нажимать. А, я не могу. Сделай его чуть левее. А что, тут завис, что ли? А, окей. Не мешает просто. Вот, сейчас нормально. Так, ты нажимаешь кнопочку, и тебе там упадает шарик. Шарик ты сейчас передашь мне, наверное? Или стоп? Или не надо? Нет, по-моему, не надо. Так, нам надо вот здесь портал сделать. И... Так. И где что-то еще? Я там не попадаю, вот. Так, сейчас ты выходишь, ты скидываешь шарик. Ну, сначала ты... я его сюда. Вот. Да. И ставь теперь там. И все. Собственно, не так уж и сложно, но в первый раз тут можно вообще затупить очень жестоко. Давай, ставь портальчик. Ну, мы первый раз с тобой, когда проходили, мы сильно тупили здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, так, что? Ты что сделал? Тебе нужно было красный сначала поставить. Щет. Точно, слушай. Щет. А где так, он вообще, я что-то не понял. Он куда упал. Он пропал-то? Нет, подожди, я все сделал вроде как правильно. Я сюда поставил оранжевый, туда красный. Не, он почему-то уехал. Ты, короче, когда желтый поставил, он куда-то уехал. И все. Так, ну, давай сделаем. Ну, значит, заново тебе придется, короче, догнать.
только это, вот этот раз. В этот раз как-нибудь поаккуратнее-то с шариком. По-моему, знаешь что, я сюда поставил красный, и он упал. Ты сейчас не ставь, ну, ничего. Так, я взял шарик. Так, подожди, сейчас я поставлю там портал. Да, бросай шарик, спускайся и ставь свои порталы. Хотя, по идее, как, ты же красный вроде не оставлял. Может, сглючил что-то? Ну, как ни странно, вот Portal 2 в коопе очень хорошо оттестирован, и багов вообще минимальное количество. Плюс ко всему, сколько на нее обновлений было. Вообще, вот в этом плане игра очень хорошо вылезана. Как и все игры от Valve. Очередную комнатку прошли. Ты мог бы решить эту задачу быстрее собственными силами. Оранжевый тебе мешает. Ну вот, я это сказала. Эта сучка нас ссорит. Ты посмотри, что она творит. Она просто нас ссорит и еще не хочет нас отпускать дальше. Пусти его. Мне интересно, что в дальнейшем Valve разработает? Какой следующий движок? Или они этот будут развивать? Думаешь, будет Source 2? Ну, скорее всего, будет. Или просто новые версии Source? Нет, они, скорее всего, разработают новый движок. То есть... Представляешь новый физический движок от Valve? Это что-то вот охрененное. Мы с Оранжевым обсуждали твое поведение. Ну, если судить по тому, что говна они так-то не делают, то да. Так, а что у нас здесь? Тут нам нужно пробраться сначала туда, скинуть второму кубик. Ну, ты помнишь, ты сейчас... А в принципе, стоп. Нет, ты должен как раз таки встать, да, стоять там. И сейчас... Или я что-то помог? Нет, подожди, по-моему, я... Ай, да-да, блин, фак. Я поторопился. Ты, короче, же должен эти порталы-то поставить, да-да-да. Ты вот оставь красный там, красный, и у тебя... А я сейчас... Ой. Подожди, где? Не-не-не. Красный ты сюда поставил. Ну, я поставил. А теперь, когда дойду до наивысшей точки, ты поставь туда. Давай, пошел отчет раз. Нет. Ты поставишь, куда уходит эта воронка. Вроде как. Да. Давай. Раз, два, три. Ставил? Да. Да, все супер. Ну тут не сложно на самом деле. Вот предыдущая комната реально сложная, если там не знаешь, как что делать. Так, давай я тебе скидываю. Так, ну, по-моему, здесь еще не так сложно, как будут предыдущие комнаты. Как будут следующие, точнее, комнаты. Особенно в конце будет жесть. Так, теперь ты должен сделать то же самое, что... Да-да-да, ты сейчас... Подожди минутку, хочу пройти. Я сейчас сделаю вот сюда портал, а ты ставь один туда пока что. Один туда. А, ты все сделал, да? Ну все, короче, как будешь готов, скажи, я поставлю. Так, а куда ты его будешь ставить? А я его буду ставить на место твоего желтого портала. А, ну все, тогда я готов. Давай, раз, два, три. Будет вот замечательно. Вот так вот легко и просто. Сейчас очередной троллинг от Гледас послушаем. Хотя для прохождения этих испытаний важна командная работа. Я не уверена, что могу доверять вам двоим. Просто пытается рассорить двух пацанов. Двух автономных. Нет, этого не получится. Это же автономные модули тоже получается. Да. Автономные модули. Как агент Смит из Матрицы. Он же тоже автономный модуль. Ну, да. А представь, что это все матрица. Никакой Aperture Science нету. Это все матрица. Все может быть. Так, это уже четвертая комната. Да, вот тут уже по хардкорней. Тут уже по хардкорней. Головоломочки. Для начала один пацан должен... Извините, что пропустила начало того теста. Я говорила со сборочным аппаратом, что вы становитесь все более... Так, я должен поставить там портал. Мы считаем, что это надо прекратить. Так, нет, я сначала же должен доехать или нет? Нет, ты мне вот сюда поставь эту... Вот сюда, точнее. Туннель. Ну, ты сначала, да, туда переберись.
Давай. Let's go. Тут не сложно, тут нам нужно активировать вот эту вот клямбу, и тут откроется мостик, мы поднимемся, но луч, активированный луч находится он в том помещении, поэтому тут нужна кооперативная работа. Чё, у тебя не получается, что ли? Нет, я уже все забрался туда. Вон я на тебя смотрю. Так, кстати, теперь там должен прийти кубик, и ты должен его будешь поймать. Ага. Вот, да, значит, ставь чуть подальше, левее. Подальше, вот сюда вот. Вот такая гениальная находка одной кнопкой посмотреть от лица твоего оппонента. Такая, блин, гениальная находка. Чего раньше такого не придумали? Так, теперь мне надо забрать кубик. Да, теперь тебе надо забрать. Ну, ты знаешь, где он находится. И давай я тебе тогда снова портал. Да, снова делать. Так, нет, мне подальше не упасть бы тут. Согласись, прикольная находка. Одной кнопкой смотришь от лица своего оппонента. Не оппонента, а кореша, так скажем. Так, все, я поставил. Ты поставил, только желтый не это. Не упусти желтый. Нет, желтый я убирать не буду. Все. Так, а спрыгивай в эту воронку, и все, приедешь ко мне. Спрыгивай на нее. Фига да там трюкачешь. Каскадер настоящий. Я вообще-то думал, что я пройду сквозь с нее. Так, ну и здесь красный. Все легко и просто. Все просто. И смотрит она такая. Но он у меня сам начинает. Он, знаешь, у него такой, не знаю, всплеск буйности. Или всплеск радости. Непонятно, как это объяснить даже. Ну, у роботов, видимо, тоже какие-то всплески бывают. Это же получается просто механические модули. Они же не биомеханические, например. То есть они же не как киборги, они просто обычные роботики. В Японии скоро таких, мне кажется, живых сделают, и они также будут бегать. По-моему, они уже их сделали. Ну, не таких продуманных. Ну, конечно, не таких продуманных, но похожи. Ну да, да. Вот это вот легкое вообще. Тут нужно так. Нет, я тебя сейчас отвезу. Нет, ты зря ты это делаешь. Я тебе должен тебе портал. Теперь ты, короче... Так, внизу там... Нет. Ты должен... Да-да-да, все правильно. Да, все верно. Так. Давай, газуй. И сейчас ты мне назад отправишь... Там что? Ой, там кубик. Я тебе кубик отдам. Там кубик лежит. Да, я сейчас встану на кнопку, и ты мне назад отправляй. Так сказать, почтой России. Или ты вместе с ним поедешь? Нет, я тебе его просто сброшу. Давай, ставь. Не, ты можешь тоже сходить. Куда? Так, смотри. Сейчас. Ну, ты его... сейчас вообще все просто. Сейчас, прыгай. Короче, вот сюда. И вот сюда. Ага, и нужно его туда забросить. И допройди его. Подожди, как-то... Как-то тут несложно, по идее. Я даже один тут делал, без помощи. А, ну да. Так надо было просто прыгнуть, да. Не-не-не, не назад не надо. А, тебе надо его туда поставить, да? Да, мне нужно. Он сам поставится. Смотри, как красиво. Оп, активировал. Так, всё. Неплохо. Внесу ясность, синий. Я спрашивала оранжевого, доверяет ли он тебе. Я тебе верю. Ты мой любимый испытуемый. Вот оно как, оказывается. Ну, вот оно как, ты представляешь. Она больше любит Риджита, а не Алиса. Хотя, когда мы проходили в прошлый раз, она сказала совсем наоборот. Ну, она, видишь, она просто издевается, вот и все. Я, кстати, знаю, что при каких-то несложных манипуляциях есть какой-то мультиплеер в Portal, где можно пользоваться оружием. Никогда раньше не замечала этого. А интересно, зачем? Ну, мультиплеер такой, представь Half-Life 2 Deathmatch вместе с портальными устройствами. Представляешь, то есть ты такой идешь, у тебя портальная пушка, ты, похоже, сюда портал поставил,
туда портал поставил и, короче, с дробовика кого-нибудь. Прикольно же. Разве нет? Зачем ты это сделал? Ну вот скажи мне, вот зачем ты это сделал? А зачем ты меня отпустил? Нет, я ставлю порталы, ты не, я сам, ты чё, я сам. Ладно, не вообще ты. Ты тут, короче, должен каждый провести своего комрада. Это сам сделал? Это как ты делаешь? Нажми на Q во время того, когда ты будешь прыгать или... Просто Q? Да. Окей. Попробую. Так, ты по идее... По идее меня раздавил пресс. Сейчас. Ты должен был спрыгнуть вот на этот, или у тебя бы не получилось? Нет, я должен был сделать портал, по-моему. Не-не-не, ты должен спрыгнуть вот на эту, вот, на соседнюю трубу. Вроде как. Разве нет? Нет, я должен сделать так. Нет, тебя же так. Задавит. Тебя же задавит. Ты должен спрыгнуть. Ах, ну да. Так, а теперь на эту просто перепрыгивай трубу. О. Нет? Спрыгнуть? Да. Все. И сейчас точно так же я поеду. Так, только вот эта кнопка, за что она отвечает? Офигеть. Да, а, она меняет. Так, теперь ты это мне ужасно. Должен поставить портал. Могу себе представить, портал. Какая ужасная маленькая машина. Где тебе его тоже? А, вот тут. Нет, подожди, тут я его не могу тебе поставить. А я же упаду сразу же. А, тогда ты поставь, короче, сюда и сюда. Ага. И теперь втягивай. Там есть кнопка? Втягивай. Лол. Смешно. Так, нет, теперь наверх. Меня тут зажмёт. Хотя нет, бля, ты бы меня зажал. Нет, там тебя не зажмёт. Создай мне сюда, чтобы я прошёл. А... Я сейчас уеду. О, где? Куда я попал? Не, вот это прикольно. Ты, кстати, хотел попробовать. Чё хотел попробовать? В воздухе. А, так на тебя смотрит такая. Ты чё тут мутишь? Не считаешь ли ты, что оранжевый предал тебя, сказав мне такие ужасные давай, удачи. Если бы оранжевый сказал такое обо мне, он уже никогда не добрался бы до сборочного аппарата. Модули вообще разговаривать не умеют. Хотя он может отправить какой-нибудь бинарный сигнал, я не знаю. Какой-нибудь матерок такой. Ну... Такой, Гладос, ты сучка, на его сразу... Да, возможно. Все возможно в мире портал. И мы сколько уже прошли? Что-то мы что-то так сходу щелкать начали. Седьмой. Но ты вспомнишь, что там в конце был ты. Продолжайте испытание. Да, вот это сложно. Да, вот это серьезно сложно. Такое ощущение, так, что вы просто. Нам машины. Нужно для ты начала. Ты мне должен будешь сюда. Да, я тебе сейчас должен буду вот так вот портал вот поставить. Или нет, подожди. Так, я не знаю должен... даже, как получше-то. Ой. Так, а вот эта кнопка, что она делает? Она меняет? Она меняет и ставит этот щит самый. Она меняет. Так, а как же? Щит. Так, подожди, сейчас... А, ты это, прыгай туда, нам же нужно вот эту кнопку активировать. Так вот, как мне туда запрыгнуть? Ну вот, ты должен, короче, прыгнуть как-то на это, на эту трубу. Как-то. А, на ты нее не прыгнуть так? Как бы это сделать? Вот, подожди, вот тут что-то есть. Надо туда не долететь. Всё, я понял. Всё, давай. Забирайся. Так, меняй направление. Давай. Спрыгивай. И нажимать кнопку. Так, ты там поставил нужную шнягу. Я сейчас, значит, делаю вот так. Так, стоп. Вот так вот. Пошел. А, надо то же самое сделать. И сейчас. Подожди. Что сейчас? Сейчас ты просто. Ага. Я что-то забыл.
А, во. По-моему, мне надо умереть. Все, все, теперь тебе тупо прыгнуть там надо и все. Куда мне? А. You need to die. Эх. Тут такая фишка, что тут должен как бы умереть, но вроде каким-то образом можно пройти, чтобы не умирать тут. Вообще. Вообще все испытания можно пройти, не умирать. Ну, может, если, кстати, ребята, может. Вы знаете, вот те, кто нас смотрит внимательно, подскажите, как можно тут не умирать. В начале этой зоны я беспокоилась, что вы слишком сближаетесь, но в попытке вас разделить я узнала кое-что важное о доверии и предательстве. Ваши модули слишком малы, чтобы чувствовать эти эмоции, так что можно доверять вам на все 100%. Понимаешь, она только что такой просто камень в наш огород бросила. Она сказала, что у нас низкий эмоциональный диапазон, понимаешь? Это просто такое оскорбление. Хотя, возможно, для роботов это самое то. Такое состояние. Возможно. Состояние такое. Прикольно. Так, у нас... Мне почему-то твой чертеж показывает. Почему мне всегда твой чертеж? Это последняя стандартная зона испытаний. Так, кстати, вот это твое любимое начинается. Подумал, вам захочется что-нибудь посложнее для разнообразия. Твое самое любимое начинается. По-моему, я обещался, что ты следующий пойдешь. Что? По-моему, я говорил тебе, что ты следующий пойдешь. Не, мне нужно видеть весь экшен, у меня же весь экшен в кадре получается. Ты что? Как без этого? Так, давай. Теперь ты должен ставить... Не-не-не, ты один должен сюда поставить. Ага. Помни, да, что ты желтый должен ставить потом. Я сейчас желтый должен ставить? Да. Ой-ой-ой. Так, ты меня крути обратно, не-не-не. Крути обратно. Все нормально, не забывай о лагах. Так, теперь наверх. А, не, да, наверх. Всё, наверх и... Это, крути назад. Так, ставь. Нормально все. Тут пресс, я тебе назад. Давай, вперед давай, пошел. Давай. Не-не-не, зря ничего не нажимаю. Он преградил просто. Сейчас тебе желтый вниз надо поставить, да. Поднимайся, ну-ка аккуратненько. Посмотрим. Так, крути назад. Поздно. Не успел. Черт. Блин. Я этап зажал посмотреть от твоего лица, что там внизу. Ну чё, сейчас пройдём. Вот единственное, вот эти прессы раздражают. Нормально. Сейчас мы будем смотреть сразу твоего лица. Так, сейчас поставишь, и я назад буду втягивать, давай. Втягивай, быстрее, втягивай. Ой, ну и фраза. Теперь давай вниз. Вверх. Все супер. Не-не-не. Вот чуть тебя не зажало. Пошел. Слушай, не-не-не. Назад. Да блин. Ты не жми ничего. Ничего не жми. Я буду тобой управлять. Ты сказал побыстрее. Я пытаюсь крутить ногами. Не-не. Нет. У меня же есть вёс. Ты там просто внутри портала будешь. Это внутри, точнее, этой воронки будешь. Просто медленнее ехать. Ну, это я так красный. Чисто для себя говорю. Быстрее, ты меня не слушай вообще. Все, сейчас пройдем. Ну тут правда проблемно. Правда потом. Предпоследняя получается. Комната, она непростая. Вот еще сейчас, проблема. Подожди, пресс ударил. Сейчас поставишь, я тебя подержу. Назад. И пошел. Все, сейчас точно пройдешь. И вот еще с верхним, с этим, вот, который вот здесь нужен. Ура. Не, назад. А как медленно назад, да что ты? Вот это мой косяк, что вот это делал? Вообще мой косяк. Ага. Оно, короче, когда ты вперед едешь... Может, я попробую? Ну ладно. Короче, когда ты вперед, ты быстрее, когда втягивает назад, он медленнее. Вот серьезно. Тут очень сложно, если было вывешено это на отдельную кнопку. Я сейчас косяки за косяками начинаю. Да. Портал нас проклял просто. Ой, крути назад. Но зато вот это кооперативная работа, настоящая кооперативная работа. Вообще, вау, в этом плане тут вообще гениально сделали. Так, давай, ставь. Ой, ты что? Нет. Ты что? Нет.
Я умираю медленно. Вверх поставь. Поздно уже. Давай, короче, я поеду. Нет, давай я последний раз. Ты не забывай там крутить, а то я... Да я не забываю, тут ты просто поставил этот... Вот сейчас твой был косяк. Ой, нет, рано. Вот видишь? Все. Давай, собрались. Собрались, сейчас пройдем. Ну, кто-то крутит неправильно. Не-не-не, нормально, давай ставь вверх. Где? Куда? Запутался. Черт, я запутался, куда ставить? Сейчас вверх ставь. Ай, не-не-не-не-не. Крути вниз. Все нормально, нормально, сейчас этот, да-да-да, сюда. Давай-давай, сейчас по-быстрому. Все, осталось чуть-чуть, нифига мы тут застряли конкретно. Давай ставь вниз. Красавелла, все, сейчас пройдешь, я даже ничего трогать не буду. Все. Давай ты сейчас только с пушкой разберись и все будет. Ой, я, кажется, упал. Ой, ты что? Упал. Ты что? Сейчас тебя зажмет. Нет. Блин. Ладно, я поеду. Я поехал. Хорошо. Давай, езжай. С моей стороны тут мне будет полегче, только ты не забывай это делать. А, какого хрена я поехал? Тут порталы-то мои. Фак. Ну, стой тут, поставь. Короче. Ага. Так, я, значит, поставлю вот этим. На этом уже более-менее разобрался, поэтому думаю, все, может, ничего будет так назад. Ага. Давай, ставь. С этой стороны все как-то полезно. Стой, полезно. Так, там пресс ударил? Так, там что? Ударил он, нет? Подожди, давай лучше подождем. Все, ударил. Ой! Ой, а кто тебя убил? Пресс. Нужно было меня назад, потому что когда долго держишься за ним, то все хана. Ну все, застряли. Всё. Знаем, как ведь проходить. Мы прошли ведь это быстро. Тупо геймплейно не получается у нас. Фигня какая-то. Анубели мы с тобой, представляешь? Просто анубели. Да. Ну ничего, сейчас пройдем. Ну ничего, я думаю, сейчас ты пройдешь. Точно. Мы обязаны пройти. Уже слишком много попыток было истрачено. Слишком много нервов было еще истрачено. Давай. Ну ладно, держи тогда назад. Нет, держи, да-да-да-да-да-да-да. О, все, отпускай. Сейчас отпускай, все нормально, сейчас пройдем. Не, а вот самое сложное это последний пресс, вот самое сложное. Да. Стой, давай лучше назад. Все, поднимай, поднимай, отпускай, отпускай. Поднимай, поднимай. Все, все. Вот, все. Сейчас ты пройдешь точно. Он сейчас мне переградит портал. Нет, нет, зачем ты это сделал? Нет, нет, нет. Все, молодец. Теперь тяни назад. Фак! Какая нервная хрень, слушай, вообще жесть. Слушай, ты сейчас. Все, сейчас пройду, сейчас пройду. Я сейчас успею там портал поставить. Я сейчас пройду. Все, тяни назад. Тяни назад. Фак, чуть не сгорел. Всё. Тут еще пушка эта, тюрель, тусуется. Так, все. Наверное, могу сойти. Как мне с ней быть? Просто прыгай на нее и прыгну, творись ничего. Мне сейчас фото свитчер помешает. Расправься с ней. Все. Давай. Да положи ее. А теперь мне нужно назад. А, нет, мне не нужно назад. Я подожди, сейчас, здесь же есть. Я сейчас этот... просто вот так вот сделаю, да, и назад втянем. Давай, втягивай. Назад. И пушка вместе со мной. Затянули ее. Ой, ну. Не пролазите, не пролазим, много надо. Так, все, вроде пролез. Слушай, где я? А ты уже тут. А, все. Пушка мне тут как-то странная мешает. Да, тебе сейчас. Как бы не упасть. Как бы не упасть. Так, все. А, пушка поставь, поехала, да? Не-не-не, поставь мне портал повыше, чтобы я тебе отдал. Вот сюда вот поставь, знаешь, вот сюда вот. Не, вот сюда там белая поверхность. Я понял, а какой поставить? А вот этот. Да. Вот, все. Все. Нам потом кубик нужен будет еще. Так, и куда этот кубик?
Ну, по идее, вообще, по идее. Мы сейчас должны кубик туда поставить. Все, пошли. Первый, второй пошел. Тут еще тюрель упала. Надо было тюрель забрать. Ты с кубиком? Нет. Так, подождите, стой, я заберу турель. Тюрель заберу? Да. Так, где она? Все, нашел. А, так, мне бы еще сейчас вернуться. А зачем потом... она тебе? Она все равно... Я хочу ее с собой взять. Да что? Все, не трогай. Где я? Где-то там разлетался. Сейчас, подожди. Да пофиг на меня, она все равно сгорит. Так вот, это же эпично. Все, так, пошли. Она там стояла, бедняжка стояла, ждала своего часа. Вот да. Она. Вот моя хорошая, пойдем. Да ладно, ты должен ее сжечь, ты же хотел. Да, я старался. Эпик эмп. Поздравляю, вы закончили стандартный отрезок этой зоны. Ой-ой-ой. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы прошли еще один тест за пределами стандартной зоны испытаний. Да, просто по красоте. Прошу воздержаться от всяких ребяческих жестов, пока вы будете там. Ну что, осталось нам одно самое жесткое. Самое жесткое. А про что там, я уже забыл? Не помнишь? Ты сейчас сам все вспомнишь. Там мосты и воронки, и пушки, много пушек, конвейер. А, ну да, все, я понял. Там весело. Фановское место. Это просто, да, это жестоко. Мы из-за него целый час потеряли. В конце этой зоны должна быть электростанция. Наверное, люди случайно отсоединили ее от моей сети. Так, ну... Не, мостами я просто... буду управлять. Уверена, это какая-то конторская ошибка. А ты будешь воронкой. Ох уж эти бляды. Ну хорошо. О, он после вечера уже недоволен. Как ты сказал всю эту... В предыдущий раз. Что ты сказал там мне? Я не помню. Когда еще ставил вот этот вот мост. А зачем его ставить? А ты свои-то не поставил? Нет, я... Ой, не торопись, ты куда? Я думал, ты уже давно запрыгнул. Ладно, все нормально. Все, давай, все, там стенка. Ты, кстати, сейчас не забудь... Я поставил. Поставить. Поставил. Ты сюда поставил. Ну, собственно, тут такой конвейер, и эта хрень нас закрывает. Давай, ставь сюда. А, мы сейчас упадем. Да, всё, сейчас мы перейдем на другую сторону этой карты. Так, ну здесь давай уже я с мостами. Ты с мостами, а я с воронками. Окей, давай, давай. Ты лучше прикрываешь. Так, и сюда ставь, да. Так, пойдем. Лучше прикрываем. Слушай, да. Я, наверное, вылечу нас. Меня убьет. Ой. Еще свитер. Тихо. Ай, где тут? Меня убьют. Меня взорвут. Нет. Можете попробовать. Где я? Где я оказался? Я не знаю, где. Но я умер. Я точно. Я еще живой, но я не знаю, где я. Вот, а, вот, посмотри сюда. Где? Смотри сюда. Ты меня. Отпусти меня, меня убьют сейчас. А, ты по потолку там тусуешь себе. Бегаешь. Дери. Да спрыгивай. Да как я спрыгну, а, мешает. Да как я уберу, там мне некуда его убирать, я не знаю. Давай я уберу. Подожди сейчас. Вот так. Вот, все, я убрал. Супер. Так, все ставлю, ты бери мост. И погнали. Так, все, давай, прыгай. Погнали. Не, ты должен быть впереди, иди, и ты будешь ставить эти преграды. Ну ладно. Так, у меня на каком это. Меня уже стреляют. Меня нет. Я спокойно прохожу. Меня сейчас опять взорвут, нет? Так, ну мы на крыше. Так, нам нужно вот сюда спрыгивать сейчас. Я сейчас портал поставлю вон там. Сюда ставь. Я поставил. Вот сюда. Так, я поставил. Нет, ты... Да, вот эту штуку. Все, и запрыгиваем. Сложно, но голова идет кругом на самом деле. От всех этих кульбитов. По-моему, нам надо не сюда, вот сюда поставить этот тоннель. Я уже там.
Ты поторопился. Ты не подождал меня. Тебя могут убить. Блин. Очень смешно. Вот сейчас я поторопился. Фак! И дур... Ооо! Вот это фейл. Самый настоящий фейл. Вот это факт. Слушай, а почему-то я там не смог запрыгнуть, что за бред? Я там тупо не смог запрыгнуть на этот мостик. Нам нужно меньше, короче, сейчас прикалываться. Вот ты знаешь что, ты опять поторопился. Я должен был мостики ставить. Вот о чем я думаю. Слушай, я турельку взял. Да ладно. Да, у меня чемендер выполнился. Я турельку одну взял. Нифига ты. Че, красавчик. Давай ее вместе утащим. Я зашел в те места, в которые вообще не стоит заходить. Так, ладно. Спрыгивай, все равно тебе сейчас спрыгнуть надо. Я не... Все, спрыгну, давай. Ты только тюрельку потащишь, потому что... А, никто не смотрит. Куда я ее потащу? Давай тогда просто ее бросим в воронку, пока она едет. А свои ее не расстреливают, главное. Как будто у них... Все, ты не забудь поставить, да. Все, я поставил. Так, здесь будет только одна турелька. Потому что я отсюда ее забрал, одну. Так, все, сейчас вот тут спрыгиваем, да, все, верно. И ставь вот туда портал. Так, турелька, надеюсь, там гоняет еще, нет? Ну, так вот тут надо поставить. Турельку еще как-то достал. Не, смотри, она исчезла куда-то. Она испарилась. Да может она где-нибудь запнулась, упала. Так, вот сейчас нам нужно это не тупануть. Все. Нужно. Да, слишком много поставлено на карту. Очень долго он тут застрял. Не, на самом деле сложно постоянно. С первого раза да, так это не понимаю. Непростая, но вот у нас остается еще пятая, DLC-шная, вот они будут просто мозговые чаще. Просто капец. Так. Сейчас нам снова нужно взять мусор. Нужно. Ты берешь, да, ага. Этот. Так, не, а я беру мостик. Все, давай. Так, теперь, как в прошлый раз бы мне не фейлнуться. Так, тебе нужно вон туда, он поставит сразу же вон туда. Вот, все, еще я уже поставил. Все, супер. Ой! Чего? Я упал! Я просто не попал в него! Я в не попал. Ладно, тут не так уже долго, можно не париться. Ну все, короче, блин. Давай. Я думал, я еще пройти смогу, но пушки меня все-таки расстреляли. Пушки меня наказали просто. А я вообще как-то, знаешь, вылетел. Ты это не забудь, мостик. Поехал. Да, он стреляли там. Так, вот, падает. Стой, подожди, давай мы сначала... Так, все, готов? Стих, давай, ставь, да. Я на какое-то время зафризился в воздухе, вообще просто тупо. Нифига они там падают. Вот так, мостик-то ты... убери. Ага. Вот, все. Потом мы бы сейчас... Теперь надо найти диск, но диск я уже знаю где. Да, диск он вон там. Все, конечно, застряли, но... практически без фейлов прошли. У вас получилось. Ну как сказать? Ну практически, все поэтому я понимаю. Слово практически. Я вижу все. Ну взрывай давай. Видеть давай. Ничего плохого не случилось. Прекрасно. Это схема карт. Это карт. План карт. Здание. Какая-то хрень. В общем. Да, верно. И мы одолели четвертую комнату испытаний. Ты вообще... веришь в это? По-моему, это вообще невообразимо. За сколько мы там прошли? Мы практически до финальных комнат дошли. Вот практически, вот чуть-чуть, и мы будем у финала. Да. Сейчас мы еще кое-что проверим, посмотрим. Вот там ты самый DLC-шный, а пятая комната, она находится на самой высоте, вон там. И ты ее еще не проходил. Не проходил. Там уже будут с гелями комнаты. Да,
там будет вперемешку со всеми, по-моему. Еле отталкивающий, ускоряющий, ну, и так далее. Всех, да. Ну что ж, мы тогда на этом пока что прекратим. Спасибо вам за просмотр. Надеемся, что вам интересно с вами. С вами был Риджит и Алекс Грин. Удачи, пока. Всем удачи, пока.